А теперь обо всем более подробно. Сегодня днем на федеральную трассу в районе поселка Усть-Мана из-за ливня сошел оползень. Движение перекрыли. На дорогу высыпалось около 200 кубометров грунта. Пострадавших нет. Пожарные расчистили дорогу от деревьев, а грунт и камни убирает тяжелая техника. Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям выезжать из Красноярска в сторону Абакана через поселок Емельяново. А тем, кто движется в обратном направлении, необходимо проезжать через кольцевую развязку в районе поселка Залидеево. Сейчас движение восстановлено только по одной полосе. Его регулируют полицейские. Выставлено несколько постов непосредственно здесь, на месте, где сошла земля и деревья, непосредственно на трассу. Кроме того, перекрыто движение в сторону Красноярска. Там также находится пост, который направляет по другим участкам движения автомобили. Еще один пост работает на развязке Залидеево. Там также сотрудники полиции направляют автомобили по безопасному маршруту.